Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, заберем свои награды и посмотрим, куда меня сбросили за эти два дня, которые я не играл. Так, секундочку. Турнирная арена, смотрим. Так, Лига Сёгунов, 3 звезды, 43-я позиция. Так, давай прикинем, сегодня воскресенье, ребят. Сегодня последний день, когда я могу выбиться в Лигу Мастеров 3 звезды. Но согласись, что это нереально сделать. Я, наверное, не успею. Как бы я ни старался, у меня не получится. Если только не брать в расчет, что можно будет вечером поиграть. Ну, друзья мои, я не виноват, что у меня только сейчас выходные и практически все дни, да, это именно пятница, суббота, я работал. Даже сегодня у меня, наверное, не получится в испытаниях пройти эксперт у саги против духа, где мне сказали, что там можно фармить. А кого там можно фармить у нас? А, Пита. Там сказали, что можно фармить голубя Пита. Окей. Давай вначале начнем, наверное, все-таки с арены. Я хочу посмотреть, куда мы можем с тобой вообще добраться сегодня, чтобы приблизительно уже прикидывать, смогу ли я к завтрашнему дню, именно к откату, добраться до Лиги Мастеров. Все зависит от того, каких нам сейчас будут давать противников. А мне желательно, чтобы давали 16-22, а они вещь не хотят. Они не хотят мне этого делать. Ну что ж, я тогда возьму вот эту вот команду для начала. 61 ранг у наших противников, 62 даже есть. Ну что, будем играть через Супер Шреддера. Усаги пока отдохнет. Ну, будем типа буста делать. Как бы будем за счет одного сильного или двух сильных моих бойцов прокачивать более слабых. И вот таким вот образом, надеюсь, мы дойдем хотя бы до Лиги Мастеров. Ну хотя бы две звезды, это было бы уже, ребят, неплохо. Даже это было бы очень хорошо, потому что за завтрашний день, за остаток того дня, что у меня будет, я думаю, я смог бы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Так что пытаемся сегодня по максималке. Все, что у нас получится или не получится. В общем, все соки будем из себя выжимать. Так, я вижу уже 67-64 уровень противника. Как бы баловать-то особо тоже не стоит. Ты понимаешь, да? Супер Шреддер — это тебе не палочка-вручалочка. То есть он не может, по моему приказу, уничтожить всех сразу одной заходкой. Понимаешь, да, к чему я? Но благо пока все получается. Как только 70 уровень противников будет у нас выдаваться, мы с тобой сразу будем брать вспомогалку. Вспомогалка — это у нас второй более сильный персонаж, который будет прикрывать нашего Супер Шреддера. Так, ну что, 16-22 вот я тут нашел с Микеланджело. Но в принципе фиг с ним, пускай Майки будет. Пока еще 67 уровень. Единственное, что Микеланджело, если он выйдет из-под контроля, а мне кажется, он сделает все-таки усиление. Усиление на атаку, пробафает команду свою. И вот эти вот ребята у меня, конечно, схлопочут на первое число. Будем надеяться, что Шреддер все-таки сделает свое дело. Да, постепенно урон повесил абсолютно всех ребят, так что проходим и здесь тоже идеально. Давай, Рокстеди, Библ. Да, он завалил Рокстеди. Ну что, друзья, мы продвигаемся дальше и смотрим. Смотрим обязательно на какую позицию. Давай 14-15, вот будет самое то. А сфига ли 18 ранг-то? Ну, ребята, уж вы извините. Они мне всего лишь... Там сколько получается? 2 или 3 ступеньки? Перепрыгнули мы. Это... уже Дурилово называется, на самом деле. Такими темпами мы с тобой уже сколько? 4 поединка или 5 сделали? Мы даже не передвинулись вообще... даже в другой ранг не пришли. Если тебе будет от этого спокойнее. А мне лично нисколечко вообще не спокойно. Я очень злой в данный момент. И я очень хочу успеть, друзья. Мне нужно обязательно попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Пускай даже не в топчик уже, да. Даже пускай уже не первое место будет. Просто чтобы была Лига Мастеров 3 звезды. Мне нужны осколки. Блин, ты посмотри, 18, да. Это получается, мы всего лишь прилетели 11... А ступенек мало. Это, друзья, очень мало. Ну что, опять возьму Супер Шреддера. Тут уже 60. Слушай, а противник пока еще даже не собирается, я смотрю.
повышать себе уровень. Видимо, он стоит на определенной точке, на определенной грани, где, через которую мы, если переходим, он повышает сразу же уровень. То есть, судя по всему, наверное, если мы здесь перейдем, вот сейчас вот, да, на новый ранг, то есть это будет у нас Лига Мастеров. Так, подожди секунду, это будет у нас Лига Мастеров, и сразу же, наверное, противник уже пойдет 70, 72, 73 уровень. Скорее всего, будет так. Утверждать не буду, но хотелось бы знать, что я прав. Так, вот мы переходим с тобой в Лигу Мастеров и смотрим сразу же на уровень противников. Так, 16-23, я думаю, что уже, в принципе, ребята, достоин я. Ну, они, видишь, специально не хотят давать. И это все продлится долго. Они не будут давать мне сейчас. Твою налево. Спецом все делают, а? Ладно. Попробуем так сыграть. Так, возьмем Шреддера Лео. Слушай, смотри-ка, уровень-то еще не повысился у наших ребят. У наших противников, я имею в виду. Он как был, даже еще и меньше, потому что там уже были 69 и 68, а тут 65 и 66 все-таки есть. Так что давай попробуем здесь все-таки разобраться с ними. Так, Шреддер, ну ё-моё, вот сейчас будет, ребят, трындец. Поможешь ли ты мне, Шреддер? Дай бог помог. Так, Донни, понятно. Ребят, все, по-моему, Кирби упал. Он не дожил буквально чутка. Буквально чутка он не дожил, а? Ты посмотри. Кого тут в первую очередь-то? Наверное, Микеланджело, я думаю. А, Микеланджело у нас в инвизе. Ну-ка, рубани его. Блин, ребята, Кирби потеряли, а? Твою налево. И я думаю, сейчас еще... Нет, должен справиться. А Кирби буквально один, как говорится, раунд не пережил. Если бы он не упал бы, все было бы хорошо. Ладно, смотрим. С 98 на 92. 6, ребята, 6 ступеней все лишь пролетели. Это мало, у нас еще откаты кончаются. Ну ладно, откаты, я думаю, мы если что купим, если уже будет такая прям необходимость у нас, вот, знаешь, экстренная, что вот прям кровь из носа. Да, я, конечно, куплю, но хотелось бы не прибегать к этому. Слушай, смотри, они мне дали пониженный уровень, но я знаю, почему, ребята, это получилось все. Из-за того, что я, видимо, сейчас вот сфейлился перед этим поединком. И поэтому они посчитали, ну, как бы, компьютер посчитал, а, он слабенький, давай-ка мы ему дадим, наверное, какого-нибудь слабенького бойца. Ну, бойца я выбирал сам, но все равно там, ребята, пониженные параметры были. В данный момент тут тоже, как видишь, все замечательно. Леонардо фильм сейчас или Лео бомбанет его, или он от постепенки, да. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Смотрим. С 92 мы перемещаемся на 82. 10 ступенек. Ровно 10 ступенек мы пролетели. Хотелось бы, ребят, получить, конечно, уже 17-23. Но они не дают мне. Вот они как всегда, вот они упрутся, вот чисто из принципа, и все, и начинают вот давить. Опять же, друзья, 65-й, 67-й, ну 68-й у Криса Брэдфорда. Я думаю, что Крис, наверное, быстренько отдуплится. Опять же, ребят, все зависит от моего Супер Шреддера. И если он бьет, ну он бьет обычно всегда хорошо, но если он вешает постепенный урон, то в принципе я тебе сразу скажу, что здесь победа будет за нами. Если же он бьет хорошо, но не вешает постепенный урон, вот как здесь. Вот здесь только на одного, ребят, повесил. Ну вот что будем. На Рафаэля надеяться. Но он 55 уровня, он ничего не сделает здесь. Слушай, ну он, слышал, забомбил. А если вот так вот? Так, подожди секунду. Лео. То есть Майки, бомбаник этого Леонардо. Так, мы ему понизили атаку. Хотя бы, ребят. Это уже большой плюс, потому что он не так бы сильно нас пробил бы. И тут мы его добиваем. Все. Это хорошо, что он стал делать удар по Супер Шреддеру. Хотя, если бы он даже кому-нибудь другому стал бы бомбить, мне кажется, он бы не смог бы его уничтожить. Так, 72-я позиция. И все равно дают 16-22. Да. 16-22, и никуда ты не денешься. Ладно, ладно. Беру Супер Шреддера, беру
Леонардо. Хотя Леонардо я не буду брать. Я лучше возьму Зека. Вот у нас получается Супер Шреддер, Зек. Ну и остальные все, которые попроще. Все, которые попроще. Ну что, Зек, наверное, первым бросает бомбочку. Так, мы смотрим. В принципе, неплохо. Урон такой серьезненький. И... да, тут все тоже, ребят, хорошо. Потому что постепенно урон повесили. Минус один. Минус второй. Как-то так. Но все равно мы еще с тобой очень-очень медленно двигаемся. Всего лишь 72-я позиция. Сейчас будет, ну какая, 63-я. Мы даже еще до 50 не дошли. 50-го ранга не взяли. Вот так вот. Как вот тут вот? 17-23. Слушай, ну уже повеселее мне стало. Так, все, ребят, 70 уровень пошел. Я вам говорил, как только 70-ник пойдет, мы с тобой берем подкрепление. Подкрепление у меня будет в данный момент Армагон. Ну и как ты понимаешь, что Супер Шреддер и Армагон — это, конечно, топовая имба. А здесь уже никто не устоит, ничего не сделает. Ой, если честно говоря, спать охота, ребят. После смены пришел, еще только вот поел. А знаешь, когда вот я тебе скажу, когда приходишь с работы и поешь, то уже что-то неохота садиться за камп. А когда приходишь с работы и садишься за компьютер, начинаешь что-нибудь записывать, голод ужасно просто так начинает тебя давить, что ты не выдерживаешь, бежишь на кухню, начинаешь что-нибудь стряпать, готовить. Как вот сейчас вот пошел, сварил курочку, сварил гречечки. Сейчас запишу эту серию, пойду поем, приду, прилягу, отдохну. Возможно, даже усну, скорее всего. Встану в часиков 5-6 вечера. Что-нибудь поделаю, а потом, наверное, опять будем продолжать снимать. Возможно, ребята, я вечером, возможно, я не буду обещать, но, скорее всего, вечером я еще буду одну серию снимать. Даже, может быть, не снимать, а просто за кадром поиграю, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть еще продвинуться. Хотя бы взять Лигу Мастеров 3 звезды, хотя бы дойти до нее. А уже завтра, в понедельник, мы, наверное, все-таки добьем. Если я встану где-то в часиков 12, да? У меня, правда, дела еще будут там. Ну, в любом случае, до скольки? До 3 часов, да? У нас 3 часа откат происходит. До 3 часов, в принципе, реально, реально набить. Если у нас будут откаты, если у нас будет хорошее настроение, и если нам будет еще, конечно же, вести. Еще неизвестно, сейчас мы дойдем с тобой до 2 звезд или же не дойдем. И я надеюсь, что все-таки дойдем. Хотелось бы, ребят. Хотелось бы дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. В идеале вообще, конечно, 3, но о 3 звездочках нам только пока мечтать. Давай вот такую вот я команду возьму. Уровень, как ты видишь, у противника 72, 74, максимальный 78, 79, ладно. Делаем уклоняшку. Так, теперь Супер Шреддер делает свой суперудар. Отлично. Такое вот редко бывает, когда семидесятники падают практически с одной плюхи. И 36-я. Что это получается? Мы 5 ступеней всего пролетели. 36-я позиция в данный момент. Очень медленно идет движение. Я думал, ну хоть чуть-чуть, хоть как-то ускоримся. Нет, ничего подобного. И что? Смотри, они мне не дают 17-23. Смотри. Значит, до этого... Вот. Далее, я лучше вот эту возьму команду. Я манал там драться. Так, Супер Шреддер. Возьму, наверное, Леонардо. Вот вдвоем они будут. Супер Шреддер и Леонардо. Откатов у нас сколько там? 20? 20 есть? Если есть, то это хорошо. Если нету, это будет плохо. Ну что, поехали. Супер Шреддер делает первый свой удар. И, соответственно, Леонардо уже... на добивке. Все, ребят, подбили, идеальная победа. И смотрим, куда мы сейчас перемещаемся. На какую позицию именно? Где-то вот 30-е, да, наверное, 25-е. Тут почему-то мы перелетели, получается, 10 ступенек. Я не знаю, ребят, как это делается, вот серьезно говорю. Выигрываешь вроде бы все, как бы, во всех раундах. Но где-то дают тебе 6 ступенек всего пролететь, а где-то тебе дают 10. От чего это зависит, я не знаю.
Так, ну что у нас тут? На Маузера я смотрю, слэш. Так, ну надо, конечно же, Эйприл ронять в первую очередь. Она упала. Да тут все практически упали. И добиваем этих. Все. Тут у нас команда такая была. Бакстер Стокман, извини меня, Макман. И 11-е. Так, друзья, если сейчас вот так же примерно мы продвинемся, ну, 11-10 ступенек, это будет вообще круто. То есть мы сразу переходим уже в Лигу Мастеров 2 звезды. У нас с тобой 10 откатов всего лишь-то осталось. Блин, 10 откатов, это потенциально 5 всего поединков, 5. Наверное, придется все-таки докупать. Ну, судя по тому, как у нас тут разворачиваются дела, друзья мои. Я аж ужарился, хух. Все, здесь нормально, идеально. Так, ну что, поехали дальше, смотрим. Перейдем сейчас или нет? Да. Мы переходим в Лигу Мастеров 2 звезды, ровно 100-е место. Поехали. Будем доигрывать всех. Так, возьму Джастина. Вот так вот, поехали. Ну что, Супер Шреддер первым. Так, а дальше там кто у нас пойдет? Рахзар. В принципе, если только вот здесь вот ударить, остальные все от постепенки должны. Ну или до них добьет. Так. Было 100-е место, да? Сейчас посмотрим. С 100-го места мы перемещаемся на 90-е. 10 ступеней. Окей. Это меня устраивает вполне, ребят. 10 ступенек это нормально, я считаю. На поздней игре это вообще четко. Бойцов еще, ну хватает. Хватает. Только вот надо будет. Давай опять же Армагона возьмем. Бойцов хватает, а вот хватит ли у меня на 5, уже точнее на 4 поединка, уже будет вопрос. Потому что если у нас останутся бойцы, но откатов не будет, мне придется просто-напросто покупать откаты. Вот и все. Так, идеальная победа. И смотрим, сейчас мы с 90 позиций. Давай на 80-е. Уж чтобы ровно шло по 10 ступенек. Тут 9 дали. Видишь? Пожадничали одним словом. Ладно, фиг с вами. Так, опять же возьму Армагона. И Супер Шреддера. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Че тут дофига у нас бойцов-то не на 4-5 поединка, там 6, по-моему, даже. Погнали. Так, отлично, один всего лишь остался. Мы его челюстями, да, механическими его уничтожили. И смотрим сейчас. 81-й, да, Влад? Давай хотя бы 70-ю, а? Блин, 71-я. Так, ладно. Возьму Бакстера, возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Блин, там еще на 3 поединка, а у нас всего лишь 3 отката. Ты неужели идти покупать, а? Так, пожалуй, так и придется делать. Так, Сплинтера сейчас мы... А давай волной смертельной. Все. Не будем там бить по одному, сразу массовой так и сделали, и все. Так, 71-я и становится 62-я. Блин, ты посмотри, постепенно у нас идет как бы недобор именно по очкам. По кубкам, да? То есть где-то 9, где-то 10, где-то 8, как сейчас, например, дали всего лишь. Ну, это нечестно. Раз, два, три. Слушай, ну тут еще на 2 поединка, да, если взять еще один откат. Я возьму, наверное, десяточку куплю сейчас. Ну, чтобы уже всех отыграть конкретно. Это сколько там у нас? 10 откатов стоит, по-моему, $150. Да, я как раз приобрету. И отыграем. Может быть, даже до 50-го места. Уже практически добрались, и еще 2 ребят. Ага, 150, 250, не хочешь?
250 долларов стоит 10 откатов. Это прям как грабеж среди бела дня, если честно. Раз, два, три. Ну да, придется еще вот этих 3 отката потратить. Но зато будет арена пройдена. Я говорю, вечером попробую все-таки дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Не знаю, ребята, если получится, то сниму. Если, конечно, вам это надо. Потому что там будет в основном вот такая же вот потасовка постоянно. Я буду брать Шреддера, Армагуна и там всех, кого придется, чтобы просто отыграть. Откатов, да, откатов может не хватить. Ну что, 44-я позиция. Возвращаем Ромагона, возвращаем Супер Шреддера и так, и, наверное, возьмем еще Зека. Все, это последняя у нас битва на арене сегодня. Бросаем. Ну это что, это вот это был слабый урон, конечно. Так, они все под постепенкой, ладно, Армагон, добивай их. Все. Вот такие пироги. Смотрим, какая у нас заключительная позиция. 38-я. Ладно, фиг с ним, пускай, ребята, будет 38-я. И теперь давай-ка сделаем все наши ежедневки. Так, поехали. Бакстер, Ванька, Армагон. Нет, Донни не будем брать. Лео и... Ну, пускай будет Макман. Хотя я бы лучше бы взял бы, наверное, Супер Шреддера. Так, надо этого голубчика бомбить. Уничтожит его Армагон? Вряд ли, да? Классовая слабость. Чуть-чуть не хватило, ладно, ничего страшного. Топотун. Не смог он прибить своим этим ударом, к сожалению, одного удара. Так, ладно, переходим на вторую волну. И здесь у нас Шреддер. Его надо сразу, наверное, как-то вальнуть попытаться. Не вышло, а ураганчиком, если. Так, и Рокстеди добиваем. Все, ребят, тут тоже все хорошо получилось. Так, первое задание мы отыграли. Первое задание мы отыграли. Остается у нас 10 этих средних боев и 3 сложных. Так, мы ищем на нашего Кренга. Кстати, мы ему уровень поднимем. Здесь нам нужно 4 кружки найти. Так, одна есть. Вторая. Третья. Четвертая. Так, ребят, прокачиваем мозговые волны до 6-й ступени. Так, смотри, а тут... А, до 6-й ступени. Все. Нам нужно теперь только вот это вот, наверное, докачать. Один ноутбук найти всего лишь. Блок. Ноутбук. Да, друзья, прокачиваем здесь до 4-й ступени. Это туз в рукаве. Замечательно. Так, забираем награды. И сразиться, понятно, в 10 боях в компании. Так, ну вот этих вот наушники. С ними вечная проблема, с этими наушниками. Все, отыграли. Забираем награды наши. И смотрим, что у нас еще. В испытаниях, ребята. Ну, платиновый дух, я не знаю. Сейчас пока не могу, ребята. Мне уже спать рубит. Сейчас хочу доиграть и пойти уже отдохнуть. Так, 40 жетонов. Еще 40. По мне, лучше пускай здесь выпадают нам жетоны. Потому что все остальное у нас есть. Она выпадает до нотового видения. Так, саракончик упал. Шреддер. Еще 40 жетонов. Так, все, ребят. Подчистую пиццу мы потратили. Ежедневки мы сделали. Так. Вечером, возможно, можно будет поиграть либо у Саги, либо другое событие. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых встреч.
видосиков. Удачи вам!